Что же, снова всем привет, дорогие друзья, возвращаемся мы теперь в противостояние команды Harvards против команды Anti-Invite, по-моему. Uninvited, вот так вот, дорогие друзья, прошу прощения. Не подписаны команды, только вот команда Harvards имеет клантек, поэтому... Вот могу немного сбиваться. Но я уже комментировал игру команды Uninvited. Эти парни разобрались с своими оппонентами, по-моему, со счетом 16-7, если мне не подводит память, на оверпассе. И посмотрим, как же эти парни отыгрывают на карте The Mirage. Буду честен, команду Harvards я знаю. Мы играли с ними тоже на турнире. И ребята показывали себя довольно-таки неслабо. Так что посмотрим. Но, по-моему, у них был немного другой состав. Так что чего ожидать от этого, я не знаю. Пока что это выход на точку А. Оли великолепно справляется со своим оппонентом, стреляя в одну точку. Также забирает Эстер, который пытался выйти. И минус колдинху от Эдди. Очень хорошо начинает у нас команда. Uninvited. И парни уже устанавливают бомбу из Harvards. Занимают позиции и могут... попытаться как-то сдержать эту бомбу, но будет очень трудно, потому что со всех позиций уже поджимают игроки команды Uninvited, и Harvards справляется с одним, и Майк вместе с Нафани решают последних двоих, и это будет, конечно же, дефьюз бомбы. Счет 1-0 в пользу команды Uninvited. После такого провального начала ребята зашли на точку Б, смогли установить бомбу, сделали даже два минуса. Я уж, стало быть, подумал, то, что ребята способны вытянуть раунд, ну и Нафаня. И кто же еще? И Майк, по-моему, сыграли очень хорошо, сделали по минусу и смогли раздефузить бомбу. Команда Harvards закупается форс-баем. Мы видим то, что есть... Первые арморы, вторых нету. И теки в придачу. Посмотрим, как они себя реализуют. Только один Лапин не купил, но ему, наверное, простительно. Он, скорее всего, выполняет роль снайпера в команде. Уже небольшая стычка на миде. Прилетает хаешка за белые ящики. Ну и сносит 5% здоровья. Пока что не все критично. Выпад с голов от Оли не дает никаких результатов. Зажим пошел в никуда. И команда Harvards аккуратничает. Конечно же, нужно сделать что-то такое невероятное. И это не получилось. У AVG парень пытался вырубить игрока, который находился в окне. И бомба все-таки будет установлена. И на выбивание этого плента уже выдвинулись игроки команды Uninvited. Нафаня как будто чувствовал, что на медле находится игрок. Забирает он Мунлайта. Подлавливает Смайл своего оппонента, который пытался забраться в ковры и занять более удобную для него позицию. Майк тем временем разбирается с Колдихну, и Эстер забирает Road to Global. Что же, смог ложиться, под этот смог садиться дефьюзить парень. И как же сейчас Эстер попадает по своему оппоненту. 8 хп находится у Нафани, и он не справляется. Эстер забирает этот раунд, сейчас становится 1-1, и команда Harvards нацелена серьезно. Что же? Занятие мидла будет или же нет? Да, все-таки выходит два игрока у нас на мидл. Оля вместе со своими тиммейтами будет стараться принять все это дело. Ближняя позиция Смайла может дать ему шанс ваншотнуть своего оппонента. Так и происходит. AVG отлетает в этом раунде. Нафаня тем временем еще и подлавливает Эстера. И уже ситуация 5 в 3 остается. Три игрока находятся на миде. Один смещается под Б ковры, ну и постарается там кого-нибудь найти. Хотя вот один играет агрессивно в той позиции. Колдихна тем временем смещается также под андеграунд. И там постарается найти Нафаню, который, кстати-таки, отыгрывает возле телевизора. Возле этого, какого? Возле кухни, вот, на Б-Пэлосе.
Сейчас с ним должен встретиться Мунлайт, и победителем выходит Нафани. 5 в 2 уже остаются игроки. Пытаются прошить у нас Оли. Лапина тем временем забирает у нас Майка. По пулечке Смайл все-таки подлавливает бедного Калдихна. Ну и последнего завершает Оля. Минус. И счет становится 2-1. Экономическая составляющая не сильно бустанулась у команды Uninvited. Если парни проиграют раунд, то, скорее всего, будут делать экономический. Но сейчас команда Arvors принимает решение сделать полный сливной. Мы видим, только AVG себе позволил взять Tech9 вместе. А нет. Три игрока имеют пистолеты, но в любом случае нет никаких арморов, поэтому команда Uninvited должны разобраться со своими оппонентами, в принципе, без шансов. Выпад на мидл, Эдди, минус по Эстеру. В андеграунде находится еще один игрок атаки. Это у нас Калдихно. Оля великолепно подлавливает этого парня. Ситуация остается 5 в 3. А ребятам собираются выйти на точку Б, где находится всего лишь один игрок. Если у них получится его забрать, то, возможно, это даже будет установка бомбы. Нафаня расправляется с Мунлайтом, расправляется с Майлом. Ну и ой, Смайл расправляется с Лапином, расправляется с VG. И команда Uninvited берет себе еще одно очко в копилку. Что же, пятый раунд на ваших экранах. Полный закуп от команды Arvors, если они его проигрывают, опять же экономический. И вот из такого будет уже выйти очень трудно. Хаешечки в яму полетели. Оля занятие ковров. Точнее, становится под ковры. И это быстрый выход на точку А, где отыгрывает у нас два игрока. Одного уже нету, но хорошая флешка дает шанс Оле сыграть очень хорошо. Он это и реализовывает сполна, делая три минуса. И раунд уходит в пользу команды Uninvited. Бомба не была установлена в прошлом раунде, поэтому команда Arvors будет отыгрывать снова экономически. Откидывается хаешка от Эдди. Не было никого на медле, никто туда не открывался, и ребята пока что стоят вообще на базе. Ожидают, наверное, кого-то. Или чё, к чему это было придумано, я точно не могу сказать. Может, обсуждает какие-то действия, знаете, не хотят брать паузу, все равно экономически. Да, мы в последние там... Парень нашел свое просто в Counter-Strike. Эстер отлетает от Оли. Больше никого здесь не наблюдается. Почему-то один парень только выходил на точку А. И сейчас на всех парах у нас тоже летят на эту точку игроки через Т-спаун. Ну, не знаю, слишком затяжной раунд получается. Выходить я не буду через яму. Два игрока находятся аж в коврах. Оля жмет, делает два минуса. Оставил красным еще одного, делает по нему минус. Ну и будет ли это эйс от этого парня? Да, это прилетает от все от одного игрока команды Uninvited. Великолепно. 12 фрагов уже настрелял за 7 раундов. Ну да, 2... А, нет, 1 эйс получается. И 1 минус 3 он дал за 2 раунда. Калдихня. Вот никнеймы придумают. Потом трудно читать. Но все же. Открытие от Нафани. Хорошо реализовывает свою позицию. Делает минус по Эстеру. Молотов влетает. В парня оставляемо всего лишь 36%. Лапиньо тоже остается с 1%. Ну и, дорогие друзья, будет очень трудно отыграть в этом раунде два красных игрока. Почти что красных. И выход, скорее всего, будет строиться именно на точку А. Колди прошел в очень хорошую позицию, начинает зажимать, и нет, не выходит. Все-таки Оля подлавливает этого парня, откидывается хаешка от Мунлайта, попадает она очень точно, даже делается минус. Под коврами отыгрывает Майк, реализовывает свою позицию, сполна делая минус. АВГ
Открытие скавров делает 2 минуса. Еще один минус. Вешает по майку. На Фане остается ситуация 1 на 1. И имеет он 100% здоровья. В отличие от своего оппонента, Лапина при этом имеет всего лишь 1%. Ну а бомба надвигается на точку Б. Именно там она будет установлена, как минимум. Ну и посмотрим, как Лапина сам разыграет эту всю ситуацию. Сейчас должен прекрасно понимать на Фане то, что его немножечко обманули. И должен смещаться на точку Б. В такой дефолтной решил позиции встать у нас игрок атаки. Правда, прочекают ли эту дефолтную? Должны, должны. Форест должны прочекать. Или же нет? На Фане проходит мимо. Сейчас шанс есть большой. Но, посмотрите, остается красным. У нас Лапина, ну и из-за этого, конечно же, проигрывает раунд. Ну, мог, начинал стрелять в спину, но что-то пошло явно не так. Он выпустил, по-моему, 2 патрона, после чего парень успел стянуться за машину. Далее просто все пули полетели именно туда. 6-1, 8-й раунд на ваших экранах. Снайперская винтовка на Эдди. Этот парень, скорее всего, будет отыгрывать в мидле. 5 АКМов от команды Arvors. На Фане. Открытие на мид. Лежали смоки, но это не помешало этому парню сделать минус. Мы видим Эстер. Также забирает Оли. На Фане расправляется еще и с Лапиным. Ну и сейчас все просто лежит под команду Uninvited. И эти парни должны вытянуть этот раунд. Эдди подлавливает АВДЖ на коврах А. И сейчас остается ситуация 4 в 2. Moonlight вместе с Эстером попытаются отыграть на Б-Пелосе. И как у них это выйдет, мы сейчас, дорогие друзья, с вами увидим. Смайл будет принимать все это дело. Но будет принимать издалека. Решил все-таки отойти от своей агрессивной позиции. А вот на Фане решил играть наоборот по-агрессивному. Подлавливает он на медле Эстера. И остается у нас один Moonlight против 4 оппонентов. Будет брать он бомбу и, скорее всего, сейвить. Moonlight. Выходил на мидл, ну и тут на Фане еще и его встретил. Хорошо отыграл парень, сделал, по-моему, минус 4, но в любом случае вы посмотрите на счет команды Uninvited. 12-0-1, 13-1-4, 5-1-2, 4-3-4 и 5-0-3. Никто не идет в убыток, а вот команда Arvors пока что не все так гладко, как хотелось бы. Но вернуться в противостояние можно всегда, поэтому команде Arvors нужно взять хоть какой-то минимум за атаку. Возможно, они покажут такой же железобетонный дефенс, как показывает его команда Uninvited. И парни потихонечку продвигаются на точку Б. Смотрите, уже находится стак. И с какой же хедшот сейчас вешает Эстер. Его тут подлавливает должен великолепный жим от Оли. Смайл отыгрывает на Форесте. Такую позицию, кстати, не часто чекают, поэтому там он может сыграть на все 200%, что, в принципе, и происходит. Еще и Эдди подключается снайперской винтовкой. Лапин делает 2 минуса. Ситуация 2 в 2 остается. Эдди, снайперская винтовка, будет ли реализована? Да, забирает он Мунлайта, и ситуация 2 в 1. Лапина остается один. Бомбы он не имеет, но смещается под шорт. Что же придумал этот парень? Мне самому становится интересно, но пока что пробирается в коннектор и будет обходить Скитчена. Имеет он 30 секунд и, скорее всего, его позицию уже прочитали. Да, вот так вот интересно и Толя, вряд ли его смогут забрать Скитчена. Выпад с окна, теперь полностью была информация у Оли. После чего этот парень вышел и сделал минус. Что же? Снайперская винтовка на колдихну. И я думаю, то, что это будет перестрелка на медле. По крайней мере, я на это надеюсь. И посмотрим, кто же выйдет победителем.
И состоится ли вообще эта снайперская дуэль? Майк. Нету никаких агрессивных действий, мы видим с первых минутов, то что... Ох, как сейчас Эстер подловил своего оппонента, все-таки смог сделать минус, Молотов прилетел точно под Майка, после чего даже начал Монлайт зажимать, но победителем он там не вышел. Как мы видим, у Майка остается всего лишь 1% здоровья, очень повезло этому парню, откидывает сейчас флешки Лапина на медле, и вот после такого раскида нужно уже занимать какой-нибудь источник, но не торопятся игроки команды. Арварс. Аешечка. Если бы откинул чуть раньше, возможно бы и Колди сейчас остался бы без половины своих жизней. Открытие! На шифте открывался у нас Колди. Ну и сумел сделать свои минуса. Что же. Под коврами у нас пытался сыграть Майк, у него это не выходит абсолютно. Мы видим то, что ситуация остается 2 в 1, снайперская винтовка на Эстре, и реализуется она сполна. Мы видим то, что минус присутствует, и раунд в пользу команды Арварс. Все-таки ребята взяли второй раунд для себя, и посмотрим, конец ли это или нет. Или же все-таки команда Uninvited сейчас дадут свои позиции, и Арварсы возьмут себе раундов так 5-6. В любом случае, экономика у команды Uninvited пока что есть. Мы видим то, что у Смайла очень мало денег. Эдди, Майк, но, в принципе, будет еще бай. Подсаживает на фане в пленте. И сразу же смещаются. Вот так вот оставили одного игрока на точке Б. А бомба... Бомба спешит на точку А, будет помогать своим тиммейтам зайти. Ну и, скорее всего, это уже окончательный выбор. Остается минута 10. Время-то еще хватит. Можно еще и похалдить. Но Moonlight начинает выходить. А в руке у него была всего лишь граната. И оставил он очень красного своего оппонента. Повторный выпад от Майка. Два минуса. Ну еще красный игрок находится на Пелосе. Молотов. Прилетает Оля, переключается на Мунлайта, забирая его, остается один Эстер против троих. Имеет он всего лишь 7% здоровья, и повторное открытие от Оли дает свои плоды, минус Эстер. И команда Uninvited берет уже 9-й раунд в свою копилку. Ну, что ж, дорогие друзья, это будет быстрый выход с коннектора. На фане справляется Шарта с этим всем делом. Мы видим Майк, Эдди по минусу. Все прекрасно. Каждый по минусу, каждый полезный в этом раунде. И остается у нас последний Эстер, которого Смайл точно не отпускает с мидла. Счет становится 10-2. И, дорогие друзья, пока что это разгром, но команда Arrows еще может вернуться, надо всего лишь взять 3 раунда подряд, после чего... После чего команда, конечно же, может побороться за защиту, показав такой же железобетонный дефенс, как и команда Uninvited. Что же, open фраг имеется на медле, на фоне подлавливает у нас Эстерна, и смоки прилетают от на фоне. Оля подлавливает игрока, который попытался сыграть с коннектора, и таким еще ваншотом это было шикарно, дорогие друзья. Лапина врывается у нас на шорт, но там отыгрывает Смайл на БПЛС и делает минус, и остается у нас один АВДЖ. Ага.
А в EG у нас остается один, играет он на Апеллосе, ну и там его уже ожидает один игрок, и на выходе, скорее всего, он такого шанса не упустит, если же, конечно, если же АВГ не прицелится заранее, и АВГ выходит победителем, но ему еще предстоит встретиться с Оли, и в этой встрече выходит Оли победителем. 11-2, дорогие друзья, полный экономический раунд преследует команду Warwars, и пока что у них ничего не получается. Будут пистолеты, постараются взять третий для себя раунд команда Arvor в следующем. И пока что принимает решение халтить. Вот хотя вот с такими пистолетами возможен был бы быстрый выход куда-нибудь, например, на точку Б. Тот же Смайл, вот он частенько вот таким вот занимается делом, подпушивает своих оппонентов. Да и в принципе вся команда Uninvited сейчас может себе такое позволить, какие-нибудь агрессивные действия, что-нибудь попробовать новенькое. Почему бы и нет, все-таки парни ведут с довольно-таки разгромным, на мой взгляд, счетом. Откидывается сейчас Молотовы. Выход был, попытался как-то он выйти через коннектор, но там ему не дал это сделать на фане. Шарта великолепный минус, также минус по эстеру, выход вообще реализовывается на точку Б, а там у нас отыгрывает два игрока, поэтому после минуса по Мунлайту сразу же последовал минус от Нафани. 3 в 1. Опять АВГ остается один. Тут его уже все ожидают. По-моему, по нему есть даже какая-то информация, но я точно сказать не могу. Оля остается очень красным, но все же АВГ выходит победителем. Я уж думал то, что сейчас Оля продемонстрирует нам всю свою снайперскую игру и попадет, но этого не произошло. Майк. Завершает это все минусом в голову. 12-2 становится счет. И полный байраунд от команды Warwars. Пять АКМов на руках, посмотрите. А в ответочку три снайперской винтовки от команды Uninvited. Парни занимают мидл. И это будет интересно. Прилетают молотовы, прилетают... Всевозможный раскид на мидл, засмочили, все, закинули и можно выходить. В принципе, но никого на мидле нету. Ребята готовят выход на точку А, полетели у нас смоки, полетели флешки. Ну и вблизи находится у нас игрок, посмотрим, как он себя там реализует. LVG потушил смок, но потерял очень много жизни. При этом Оля расправляется с одним своим оппонентом. Также там еще один находится. Это он должен прекрасно понимать. Замечает. Теперь точно есть информация. Минус Эстер. Остается один Колди против четверых. Но тут на развороте Эдди справляется с ним. Счет становится 13-2. И команда Uninvited с разгромным счетом завершает первую половину, дорогие друзья. Что же, команда Uninvited решили провести быстрый выход на точку Б. Ну, в принципе, обычное такое решение, знаете ли. Но это все дело, АВГ принимает, делает минус по Оле. Выход будет продолжаться. Никто на этом не остановится. Попытается зажать этого парня, ну и после этого минуса теперь явно понятно то, что это будет выход на точку Б. При этом еще минус по Лапину. Эстер расправляется с Майлом. Ситуация 3 в 3. Майк, открытие великолепно. Минус Эстер. Мунлайт не справляется все-таки с Майком. И остается один Колди. Минус Колди от Майка. Великолепно. Эйс. Эйс от этого парня. Великолепно отыграно, друг мой. Ну и счет становится 14-2. Есть ССГ, мы видим, на АВГ. Ну и будет какая-то, наверное, мини-перестрелка на мидлу. Мы сейчас увидим. Один игрок именно туда направляется. Но большинство террористов будут занимать именно точку А. Тем более, что уже выход от Эдди присутствует. Есть даже минус по Мунлайту. Замечает у нас игрок.
на пелосе своего оппонента в окне, ну и начинает туда потихонечку накидывать патроны. Будет останавливаться бомба, скорее всего, на точке А. Хотя это еще тоже неясно. И Колди забирает минусом с 5-7 своего оппонента. Лапина тем временем минусует на Фаню. И захлебнулась немного атака. В любом случае, бомба тянется на точку А. Именно там она будет установлена. Сити также занимается игроком атаки, поэтому позиции все просматриваются. Начинается устанавливаться бомба. Мы видим... Так. Эх, Эдди простреливает своего оппонента через вот эту вот дверьку. Это невероятно, дорогие друзья. Остается один АВГ против двоих своих оппонентов. Эдди имеет всего лишь 26% здоровья и сделал уже трипл-килл в этом раунде. И еще один минус. Просто демки, мувики вот с одного только этого матча можно взять штуки 3, потому что это было вот правда невероятно. 15-2. Становится счет, и, как мы видим, Force Buy делает у нас команда Arwars. Выход с ямы вчетвером у нас происходит, и тут у нас Майк вместе с Эдди делает по минусу. Moonlight отвечает по Нафане. Выход пока что продолжается. На Сити находился игрок, его никто не чекал, но все-таки на развороте Майк сумел его забрать. Красный Колдиньо вместе с АВГ сотым остаются. Но это будет очень трудное выбивание для этих парней, тем более, что АВГ теперь остается один. Ну и, скорее всего, дорогие друзья, это ГГшечка и победа команды Uninvited. Да, именно так и происходит. Майк завершает это все последним минусом. 16-2 становится счет в полуфинале. Я даже не мог себе такое предположить. Но все есть как есть. Что же, давайте посмотрим небольшой ролик от компании Game Show, ну или же все-таки давайте его напоследок запустим. А пока что я с вами попрощаюсь. Это был последний матч в моем исполнении сегодня. Дорогие друзья, для вас комментировал Владислав Трамп. Еще услышимся. Компания Game Show приглашает вас принять участие в 4-м сезоне Лиги Game Show Open. С 12 по 29 мая пройдут отборочные туры в 4 региональных квалификациях по 2 дисциплинам – CSGO и Dota 2. Общий призовой фонд сезона составит 650 тысяч рублей. География Game Show Open расширяется. К стандартным регионам прибавляется еще один – Прибалтика. Квалификации позволят определить 8 сильнейших команд в каждом из регионов. Лучшим из лучших предстоит сразиться за первенство в своем регионе и отстаивать свою честь уже в гранд-финале, который пройдет в Вильнюсе с 9 по 26 июня, где в сражениях и определится чемпион сезона. Game Show. Играть всем!